В марте военный комиссариат Московской области совместно с региональным штабом Юнармии дал старт патриотическому конкурсу «История победы в стихах». Конкурс объединяет допризывную молодежь и посвящен 75-й годовщине Великой Победы. В нем приняли участие сотни юнармейцев московского региона. Среди них и 5 ребят из Развилковской школы. Сейчас много проводится конкурсов, и посвященных 75-летию Победы, но мы посчитали, что конкурс в стихах все-таки больше передает идеологическую составляющую. В стихах можно выразить идею, выразить эмоции человека. Каждый из ребят, читавших стихи, старались выразить свою боль, которой были пронизаны души тех, кто пережил войну. Сусанна Мусаилян прочитала стихотворение Сергея Михалкова «Детский ботинок». Занесенный в графу с аккуратностью чисто немецкой, он на складе лежал среди обуви взрослой и детской. Каждый из чтецов, конечно, стремился к победе, но именно в этом случае главное – участие.